Андрей, расскажите, пожалуйста, а есть какая-то, ну, технология или какие-то особенности содержания пчел в ваших павильонах? Понимаете, технология содержания пчел в павильонах, она, наверное, мало чем отличается от отдельно стоящих улей. Единственное, что здесь все операции делаются гораздо проще, быстрее и, в общем-то, менее затратно. Наверное, так. То есть технологии это, в принципе, все отработаны. И вот я считаю, что для каждой своей зоны, пчеловодства технология может быть различна. И также для, будем так говорить, для получения различных продуктов пчеловодства. То есть технология будет другая. Вот. Вот мы, например, когда работаем на мед, да, на мед, то есть мы вот не этот павильон, другой павильон, мы тоже разгоняем его на двух кассетах, потом убираем матку в одну кассету, и три кассеты у нас остается под мед. Вот также делаем медовики. То есть что такое медовики? Медовик это значит объединение двух семей в одну. То есть мы уменьшаем, то есть размер, будем так говорить, площадь работы матки, там объем работы матки, где матка может сеять, то есть расплодную часть уменьшаем и увеличиваем объем, будем так говорить, летной пчелы, которая работает на медосборе. Которая носит мед. Да, которая носит мед. Вот это называется медовик. То есть все приемы, которые, в принципе, используются при работе в отдельно стоящих ульях, используются и в этих павильонах. Только я говорю, единственное, что здесь, на наш взгляд, все это происходит проще и быстрее. Вот. И, ну, это все компактнее, насколько я понимаю. Да, это все. Одна из, вот с моей точки зрения, это одно из преимуществ, что это очень компактно. Да, это очень компактно. То есть мы видим, мы можем подойти к семье, сделать там два шага и так далее. То есть если находить, вот так, мы просто говорили уже, то чтобы разместить пачку из 50 семей, нужно подготовить довольно-таки серьезную площадку. Да, то есть да, обкосить ее, очистить от снега, если это там ранняя весна, там поставить какие-то подставки, разнести улья. Вот. Все это занимает определенные, как говорится, работы для пчеловода. Это... А здесь приехали, выбросили ноги, чуть-чуть поддомкратились, как говорится, автомобиль там или транспортное средство из-под него выехало. 2 минуты опустили на высоту там полметра, все, пасека готова к работе. Открыли литки, пчелы полетели уже собирать нектар. Вот, то есть все вот это, я считаю, что это очень большое преимущество. То есть вот эти вот такие вот вспомогательные работы на пасеке, которые, в общем-то, нигде пчеловоды не упоминают обычно, но это очень трудоемкий и, в общем-то, физическая для физической работы, да. Вот. Ну, здесь по скорости работы с этими павильонами, ну, мы вот, например, с сыном вдвоем, у нас есть на канале тоже это самый ролик, где мы 52 кассеты отбираем где-то там за час 10, что ли, там около часа. Отбираем мед. То есть это мы забираем мед, то есть около тонны меда мы забираем, будем приблизительно там за час-полтора. Вот. Вот такие скорости работы. Как отбираем? Я-то думал, через медогонку гонят-то? Нет, медогонку вставляется это потом. Да. То есть мы сначала должны достать кассету и освободить ее от пчелы. Так. То есть достать кассету и освободить ее от пчелы, поставить ее в машину, перевести на, будем так говорить, на пункт откачки, и там уже происходит откачка меда. Да это, как освободить от пчелы? То есть мы это делаем с помощью воздуходувки. То есть один человек вытаскивает просто кассеты, выставляет их, потом выдувается пчела на улицу, грузится все это в машину и увозится. Вот такая вот воздуходувка, это электровоздуходувка. Вот это вот, по-моему, китайская. То есть она, чтобы листья сметать с дорожек? Да, в принципе, это пылесос, ну да, воздуходувка. То есть мы ставим кассету, из кассеты выдуваем пчелу. То есть я сейчас так вот просто поставлю вам вот такая вот кассета, да, положим она с медом, с пчелой, то есть на торец. На торец ставится кассета. Вот видите, да, вот эти промежутки, да, и проводя, как говорится, воздухом, выдувается пчела наружу. Все, рамки чистые, мы их грузим в машину,
и увозим уже сюда на откачку. То есть вот весь процесс отбора меда. Ну, мы там уже говорили. А эта штука электрическая, там у вас электричества нету? У нас нет, у нас есть генератор, который мы берем с собой. То есть тоже не проблема. Угу. Вот, заводится бензогенератор, подается электричество, и мы работаем. То есть вот в течение там часа мы это отбираем, ну вот 48-50 кассет мы отбираем. То есть около тонны меда мы забираем через час. То есть в отдельно стоящих ульях два человека с такой производителем, ну с таким объемом, да, ну они просто не справятся. Просто не, ну это ну не да, понятно, там это все надо разобрать, достать, да, несколько, да, этих. Да, там много операций идет. Так что вот еще мы говорим то, что вот такие вот, будем так говорить, технологические процессы, они, в общем-то, позволяют содержать большое количество семей. На сегодняшний день у нас около 700 семей. Вот. Около 700 семей и сколько ульев, сколько павильонов, напомните, пожалуйста. 14 павильонов. Андрей, а вот такой вопрос. Ну, забрали у них рамки, а вовнутрь-то ставят другие рамки? Конечно. То есть поменяли. Да, рамки. Ну это когда идет у нас промежуточная качка. Промежуточная качка, то есть будет следующий медосбор. Вот тогда, да, меняют, просто кассеты меняются. То есть пустая кассета ставится, полная забирается. Вот. Но сейчас вот осенняя ткачка будет, то есть уже все, медосбор в нашей зоне заканчивается. Вот. Мы его просто будем отбирать пустые вот эти кассеты с медом или полупустые, какие сейчас есть, мы отбираем. Вот. И будем уже готовить пчел в зиму. Да. А вот я знаю, что на пасеках ставят некий контрольный улей. Взвешивают его, следят за приростом. У вас это как происходит? У нас, ну не знаю, к сожалению, к счастью, я не знаю, у нас нет такого, то есть контрольного улья. То есть мы не следим за своими привесами. Вот, мы это больше ориентируемся по форуму, то есть смотрим по окрестностям, у кого сколько есть прибавки, в принципе, делаем с определенной поправкой, делаем это на себе. Вот, но мы просто иногда заходим, иногда просто приходим, поднимаем кассету и смотрим, что там есть. Да, визуально. Мы не ведем статистику приростов, Мы здесь, вот, например, то, что вот это вот прозрачные стенки, мы явно видим, что вот она, пустая кассета, и какой может быть здесь прирост, вешай ее, не взвешивай, ну, если нет там ничего. Вот. То есть, вот... Понятно. То есть, ну, может быть, надо сделать такое, но это, мне кажется, больше для своего успокоения. Вообще, применение вот таких контрольных ульев, на мой взгляд, хороши при кочевках. То есть, выставляются несколько точков вот эти контрольные ульи, вот, и, будем так говорить, пасека, кочевая пасека. Там, как говорится, сидит человек, там бабушка какая-нибудь там за 3 литра меда, она говорит, звонит и говорит, так, сегодня там плюс 0,5 килограмма, 3 килограмма, 5 килограмм, все, медосбор пошел, пасека срывается и едет в то место. Вот, ну, это вот одно из предназначений. Второе предназначение, это, в принципе, знать, насколько, в общем-то, когда цветут какие медоносы, вот при таких вот пасеках, как у нас. Да, у нас практически они стационарные пасеки. Вот, в какое время какой медонос цветет и что можно ожидать в определенное время года. Вот, вот для чего, в принципе, наверное, нужен контрольный улей. То есть, ну, мы, в принципе, знаем свои время цветения своих медоносов, и по большому счету мы знаем, когда и что где цветет, вот, и что нам ожидать.